сожалению, подросток с диагнозом аутизма или расстройство аутистического спектра может причинить вред другим людям, и это зависит от его состояния в первую очередь, потому что, скажем так, нет единого состояния при этом диагнозе, и действительно часть из этих подростков, а впоследствии взрослых людей, они могут проявлять акты агрессии и самоагрессии, и да, могут причинять вред как себе, так и другим. И есть случаи, в которых они могут быть действительно опасны. Обычно это видно, то есть если ребенок живет в семье, и у него хорошие отношения со всеми, и он, в общем-то, управляемый, то вероятность подобного, она близка к нулю. То есть он как любой обычный человек. Если же ребенок начинает быть агрессивным, есть такая форма аутизма, когда как бы агрессия видна уже с достаточно маленького возраста, и, в общем, скажем так, если не происходит какого-то критического перелома вот в состоянии такого ребенка, то к подростковому возрасту такие дети могут уже быть реально опасными. И что происходит там? Значит, им обычно дают тяжелые лекарства, то есть дают нейролептики, дают антипсихотики, чтобы подавить вот эту вот агрессию. Ну вот мы из нашего опыта видели, что, к сожалению, во многих случаях это мало помогает, причем чем старше ребенок становится, тем меньше это помогает, и нужны какие-то другие методы. Скажем так, было неоднократные были случаи, когда нам удавалось с помощью нашей доктора Римы подобрать диету, после которой ребенок становился резко спокойнее и как-то уже можно было с ним жить. Ну, в общем, каждый раз это индивидуальная работа, и, скажем так, гораздо лучше до этого не доводить. То есть ребенка лучше все-таки стараться вылечить до того, как он достигнет подросткового возраста. Елена ханым, сіз тәржіме едін? Буйрун. Yəni Yusifa xanım söylədi ki, yeniyetməlik çağında uşaqların aqressiv olması normaldır. Əgər müalicə almayıbsa ailədə. Əgər müalicə almasa, siz çalışın ki, чтобы uşaq gözləməyin ki, uşaq böyütsün. İminə uşaq vaxtında uşağı başlayın ki, müalicə etməyə. Ona görə ki, uşaq həm də sizin yanındakı zərər verə bilər və özünü də zədələyə bilər. Özünə də ziyan verə bilər. Həkimlər həmişə neyroleptik verir, что bu uşaq sakit olsun, amma bu sizi xeyir vermir. Ağır dərmanlar verirlər. Bəli, kimyəvi maddələr verirlər uşaqlara, amma bu psixiatrik dərmanlar. Bəli, bəli, psixotronikdir və o pisdir. Xalq-hazırda imini uşağı oradan çıxartmaq lazımdır. İmini uşaq vaxtında gözləməyin ki, uşaq böyütsün. Aha, və əziz tamaşaçılarımız, Yusifa xanımın dediyində çox böyük həqiqət var. Bəzi ailələr var ki, uşaq autizm spektrlidir, uşağı müalicəyə aparmayıblar normal vaxtında, deyək ki, 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında, uşaq gəlib çıxıb 14-15 yaşına, artıq uşaq agresivləşib. Agresivləşən uşaq və digərlərinə, bacısına, qardaşına, nənəsinə, babasına, anasına, atasına zərər verəcək. Zərər toxunduracaq uşaq, çünki o artıq agresivləşməyə doğru gedir. Və Yusifa xanım söylədi ki, agresiv uşağa yeniyetməlik çağında artıq valideyn başlayır psixi dərmanlar verməyə ki, o sakitləşsin. Deyək ki, yatsın, uzun müddət yatsın, ayılan kimi bir də dərman verirlər, var belə ailələr ki, yatsın, amma ki, səsi çıxmasın. Bu dərmanlar əksinə o yeniyetməni daha da pis vəziyyətə salır.